Всем привет! В этом видео будут итоги конкурса на монету, который мы дарили совместно блогерскими каналами. Побудем в лавке удовольствий и покажем за кадром, как это все проходило в онлайне. Ну что, поехали! Ребят, уже прям хорошая традиция после встречи коллекционеров приехать в гости к Саше в лавку удовольствий. И сегодня у нас будет замечательное такое событие, будет сейчас стрим. Настраиваем. Саша настраивает стрим. Техника не хочет работать. Я добавил свой автограф на вот эту замечательную кнопку. Теперь здесь у нас все каналы, которые были в видеоролике, и бонусный канал. Итак, вот мы сейчас в лавке удовольствий и принесли интересную монетку. Сейчас мы определим, что же это может быть. Она просто убита. Она съедена окислом. Здесь кратерочки уже. То есть она просто полежала где-то в агрессивной среде. Можно посмотреть, она, кажется, не представляет ничего. Так, теперь смотрите, вот. Да, бывает, находят штампа, монеты, но они, да, в таком состоянии, сумки, видите? Да. И вот один единственный, это какой-то плоский. Это что-то, что это с ней такое? Вот сколько их пересмотрел, сотни. Ага. Так, держите. Наш 10 копеек. А это вот какой-то плоский ер почему-то. То же самое, он чуть-чуть прибитый. Ну, есть такая разновидность, когда не выпуклая, а более приплюснута. Но здесь я еще вот вижу, полоса. Она первая в роли лежала, верхняя. Вот эти вот все, да? Да, да. Она лежала верхняя в роли, когда ее распечатывали. То есть она... Это даже красота. Отмывается, бывает, что если, да, человеку мымоют. Там процарапана она. Именно, да, процарапана, да, как, да, камушком, да, пройдена по кругу. Ну, это все перепутки идут. Угу. То есть как бы... Ягоды крупные, трезубец узкий. Ну, это все идут перепутки. Да, это перепутки здесь идут. Вот перепуточки здесь есть, где они. Вот такие есть. Это с крупным, такие вот. Угу. Здесь наоборот, угу, здесь зарядится, угу, в эту сторону. Вот это десяточки перепутки. Угу. Видишь, как, угу, пораскладывал. Вот люди, человек, видите, собирают прям вот так наживо. Здесь, да? Просто мне, например, что вот, например, попалось очень в таком состоянии, вот с крупным где-то, а вот. Это на мелочь, то есть на сдачу, угу, была такая. 94-го года крупный. И вот, ну, а вот уже, да, штемпельный, да, состояние. Что она в таком состоянии, ну, да, ходила в обороте. Да, симпотненькие. К сожалению, недорогая, но симпотненькая. Да. Так, здесь что? Здесь эти все это оливки. Угу. Десятки, полтинники. Угу. Ну тоже цена у них, а там 15-20. Вот, да, что тут хорошо попалось. Красивенькая. Красивенькая попалась. Это вот донецкий фальшак, который, как бы говорят, по смайлику, поэтому вот. Угу. Да. Я не знаю, но, например, я, например, посмотрю по этим, здесь всего 7 зерен во втором колосе. Везде 8, здесь 7. Нет, сюда смотреть особо смысла нет, потому что есть такие монеты, которые... Тоже по 7? Они очень похожи. Ну, здесь надо всматриваться, а здесь не нужно. То есть здесь смотришь, ну, сразу улыбочка и все. Да, да, да. Прикольно. И вот сегодня эту кнопку разыграем. Она вот со всеми автографами, которые, собственно, здесь были, когда мы записывали этот розыгрыш. Такой замечательный подарок в единичном экземпляре отправится. Кстати, если такая тема интересна, друзья, пишите в комментариях. Будем заглядывать, собирать здесь встречи блогеров. Такое вот уникальное место в Харькове, куда собираются нумизматические блогеры харьковские. Надеюсь, мы и в будущем пригласим кого-то в гости. Ребята... Кто у нас из Одессы? Надеюсь, нас кто-то пригласит. Прикатываем. Да, или лучше в Одессу у нас, потому что все-таки моречка всегда приятно посетить. Девушки. Так. Девушки, моречка, то, ты что нужно. Ты не покажешь? Кому? Подписчикам? Покажу. Так. Итак, друзья, вот так проходит настоящий стрим. Вот так проходит настоящий стрим наживо, нашего, да, розыгрыша вот этой, да, кнопки и монеты. Ребята, Миша Дороднов, лавка удовольствий, Саша, Миша Нумизматикс ТВ, привет тебе. Но мы с тобой, ты здесь. Да, это я. Вот ты здесь на этой кнопочке. Смотрите, какой подарок Саше сегодня сделали. Итак, ребята, у нас продолжается стрим. Делаем розыгрыш вот этой кнопочки. Сейчас вы узнаете, кто же победил. Ребята... Проводят. Принесли, Леш, монеты Украины, понимаешь? Вот так вот, где берут английские чеканы. Вот так вот, просто вам приносят и все. Я не знаю, как ее вот, секретный секрет, где брать редкие монеты. 95-го. Все грины 95-го, отлично. А 92-го там были сегодня? Да, конечно. Отлично, видите. Ну, их чуть меньше. Какой пользователь? Михаил Катана Дорога. ТВ, да? Какой пользователь? Катана Танака. Итак, на два канала уже есть, на лавку, соответственно, тоже, наверное, подписан. Вадим Нумизмат подписан. Угу. Вадим, привет. Лавка удовольствий. Ага. Ну, остался фартовый коллекционер. Сейчас будет смешно с ним.
Я думаю, если человек подписан, есть шанс, что он есть, на все подписан. У-ху! У нас нашелся победитель! Все, у нас есть победитель. Получает мы вот такую офигенную. Еще раз, Катана Танака. Можешь показать, как никнейм пишется в камеру, и я потом на себя покажу? Не знаю, там ты не посмотришь, у меня, по-моему, что куча... сообщений. Да, ё-моё. Подписчики просто на Сашу наседают. Катана Танака. Да. Все условия выполнены, табличка. Я сейчас напишу и монета. В комментарии. Класс. Закрепленный комментарий. Супер, ребят, поздравляем победителя, это просто невероятно. Все, поздравляем победителя. Видите, какая движуха здесь у нас. Лена Волобуева. Класс, привет, как вам? Ребят. Проводить подобные давайте стримы? Шляпу, генератор Фудье, спасибо, что смотрите, подпишитесь на канал, ставьте лайки и всем пока.